Фиксики, привет, ребята. Простите, я опоздала. Там на улице страшная гроза. О, привет, Кать. Да ничего страшного. Как, Нолик, ничего страшного? Катя, ты разве не знаешь, что гулять во время грозы по улице очень опасно? Знаю, Симка, но я так к вам опаздывала. Простите меня, пожалуйста. Симка, ну ладно тебе, давай простим Катю. Ну, пожалуйста, Симка, Катя нам сейчас покажет новый интересный опыт. Правда, Кать? Конечно, Симка, Нолик, давайте уже приступим к нашему грозовому опыту, а? Давайте скорее! Так, приготовимся. Нам понадобится небольшой кусочек проволочки, обыкновенный файл. Нам понадобится вот такой человечек и дощечка из дерева. Берем дощечку и кладем на нее нашего человечка. Обратите внимание, что наш герой сделан из кальки. Это специальная бумага для шитья. Для того, чтобы наш человечек стоял, нужно немножко загнуть ему ножки. Оп! И вторую. Кладем его на дощечку. Теперь берем наш файл и заряжаем его с помощью нашей головы. Кто знает, зачем это нужно? Я не знаю. А я знаю. Это для статического электричества. Правильно, Симка. Итак, приступим. А теперь давайте представим, что этот файл – грозовая тучка. И попробуем поднести нашу грозовую тучку к человечку. Видите, как наша тучка забирает человечка? О, помогите, Нолик! Меня забирает статическое электричество! Нолик! Вот видите, как электричество проходит прямо сквозь воздух. Молния – тот же заряд статического электричества. Смотрите, как человек проводит ток. То же самое может случиться и с живым человеком во время грозы. Какой ужас! Кать, а как же от этого защититься? Нолик, ну ты разве не помнишь? Нам папус говорил, что от молнии помогает громоотвод. Правильно, Симка, громоотвод. Вот сейчас именно его мы и сделаем своими руками. Нам понадобится кусочек проволочки. Прикрепляем ее к нашей дощечке. Мы снова натираем наш файл. Наша грозовая тучка приближается. Снова приближается наша грозовая тучка к нашему человечку и... Ой, Катя, я боюсь! Не бойся, Нолик, не бойся! Видите, ничего не происходит, потому что электричество уходит в нашу дощечку. Дерево – это самый плохой проводник, поэтому наш человечек в полной безопасности, Нолик. Здорово как, Кать! Только я одного не пойму, почему громоотводы не ставят на улице? Ставят, Симка. Их обычно ставят на крышах домов. Ток через них уходит в землю, молния метит в самые высокие дома. Может быть, поэтому не всегда видны наши громоотводы. Но мы-то знаем, что они там есть и как они важны. Правда, фиксики? Правда, Кать. Ну что, давайте прощаться. Всем пока-пока. Ой, и наш герой тоже с вами прощается. Пока-пока. Пока, фиксики. Пока-пока. До свидания, друзья. Для того, чтобы провести опыт с громоотводом, вам понадобится деревянная дощечка, файл, человек из кальки, проволока. Натрите файл об волосы. Положите человечка на доску и согните ему ноги. Теперь проведите над ним заряженный файл. Потом прикрепите к доске проволоку и повторите опыт. Да, и никогда не бегайте в грозу по открытому пространству.